Знаменная группа выходит под звуки марша «Священная война» в масках и белых парадных перчатках. Они обработаны антисептиком. Соблюдение санитарных норм не просто требование Роспотребнадзора. Это воинская дисциплина, цель которой исключить возможность рисков для всех участников парада. Товарищ гвардии генерал-лейтенант, войска Самарского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Это уже вторая по счету репетиция парада, которая пройдет на площади Куйбышева 24 июня. Она состоялась на Кряжском аэродроме, из-за противоэпидемических мер доступ СМИ был ограничен. Это кадры пресс-службы. Во время первой репетиции военнослужащие и силовики отработали прохождение пеших расчетов, а сегодняшняя тренировка совместная – пеших и механизированных колонн. Водители и медики отработали слаженность действий в управлении военной техникой в парадном строю. Для синхронных действий требуется умение поддерживать определенную скорость движения, выполнять различные маневры и при этом не нарушать единого строя. В день парада по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр СПН», «БТР-82А», пикапы «УАЗ Патриот», танки «Т-72Б3», самоходные артиллерийские орудия 2С-19 «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы «С-300» и реактивные системы залпового огня «БМ-21 Град». Чтобы не повредить асфальт на площади Куйбышева и прилегающих к ней улицах, всю гусеничную боевую технику оборудуют специальным комплексом гусеничных лент с асфальтоходными башмаками. Анатолий Головко, Олег Зверев. События.